друзья, обогреватель в палатку. Приобрел я его в прошлом сезоне, поэтому могу советовать смело. Вот так он выглядит. Он по типу вибасты. Это выхлоп. Также, как вы видите, глушак, чтобы не сильно шумело. И все, и теплый воздух пошел у нас в палаточку. Как он работает? Тут соляра. Дизель 5 литров бак. За рыбалку у меня половинка, по-моему, расходуется. Все, работает он на 12 вольт. Аккумулятор. Датчик был в этой штуке сразу. Но я удлинил шнур, чтобы датчик у меня был в палатке. Вот так выглядит датчик. То есть, чтобы та штука, чтобы, не дай бог, выхлопных газов не было. Вот я удлинил его. И все, и датчик у нас в самой палатке. Друзья, в чем преимущество? Вот смотрите, сейчас 12 градусов. Тут выставляется температура, допустим, 17 градусов. Нагоняется температура, датчик срабатывает и отключается сам прибор. Опускается температура там на 2 градуса буквально, и он опять автоматически сам включается. То есть вы спите, вам не надо ничего включать, выключать. И не будет жарко, потому что он перегрел там, допустим. То есть, ну, офигенная штука. И вот такая гофра. Гофра уже отдельно покупается. И отсюда фигарит теплый воздух. Вот такая вещь, друзья. Также есть пульт. То есть можно отключать, можно ставить на максимум. Лежа с раскладушечки. Так что, друзья, всем советую, так как я их уже, его этот приборчик протестил в том сезоне, то, в принципе, могу советовать смело.